Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о здоровье, о нашем теле. Вы просто охренеете от той инфы, которую я вам сейчас солью. Я вам расскажу, как сбросить 10 килограмм за полчаса. Реально за полчаса. Я потратил на это много денег, точнее 7 тысяч баксов. Я купил курс. Вот здесь были диски, еще на дисках. Вот такое вот пособие. Ну, можно обойтись без этого, если вы искали такую тему, вот эта тема, это видео именно для вас. Ребята, обязательно досмотрите его до конца. Здесь еще была какая-то фольга, супер, вот такой вот ящик шел. Короче, друзья, эта тема реально работает, здесь была гарантия. Мне сказали, если эта тема не сработает, то они мне вернут деньги, но деньги мне никто не вернул, потому что эта тема работает. Эта тема реально, блин, работает. Вы сейчас будете просто в шоке. Итак, короче, давайте начнем. Это, пожалуй, вообще самый быстрый метод, который я только знаю. Итак, чтобы сбросить 10 килограмм за полчаса, вам нужно отрезать ногу. Ребята, это реально работает. Это реально работает. Вот здесь мне прислали инструменты, да, в этом ящике есть специальный нож для кожи, есть пилочка для кости, это реально работает. Если вы хотите добиться быстрых результатов, этот метод именно для вас. Это реально, ребята, работает. Я просто охренел от этого метода. Ну что, друзья, как вам такой стёб? Понимаете, к чему я клоню? Ведь каждое мое видео это полезное видео. К чему я веду? Не бывает быстрых методов, не бывает, их просто в природе не существует. Нет, конечно же, существует, вы можете накачаться, да, там, быстро, забить себе в руки синтол, сделать руки-базуки. Вы можете похудеть быстро, вы можете отрезать ногу на 10 килограмм, на 15, а можете отрезать еще одну ногу, чтобы прям тридцаточку сбросить. Да, можно, ребята, вы можете разбогатеть очень быстро, вы можете украсть деньги у кого-то. Да, это можно. Но вам нужен такой метод? Вот скажите, к чему я это все веду? Почему я сейчас начал активно об этом говорить? Потому что вот опять какая-то волна нахлынула. Мне начинают писать, вот, проверь, есть супер метод, есть супер стратегия, блин, все зарабатывают, блин, миллионерами просто становятся. Ребята, не существует, не существует. Перестаньте, пожалуйста, перестаньте, прекращайте заниматься херней. Нельзя за неделю, да, похудеть на 20 килограмм. Нельзя, невозможно. Нельзя за 5 дней сбросить живот, да, купить курс, как за 5 дней убрать живот. Нельзя за 3 дня накачать пресс, сделать супер пресс. Не ведитесь на эту всю херню. Это все развод. Нельзя поставить какую-то программу на ком, отдыхать, и она тебе зарабатывает деньги, а ты вообще кайфуешь. И там миллионы, миллионы, зарабатываешь себе, вообще не паришься. Может, даже не миллионы, просто какие-то там большие деньги. Такого не существует, ребята, перестаньте на это вестись, пожалуйста. Мне вот люди пишут, есть какой-то проект, есть крутой проект, посмотри, посмотри, там все зарабатывают. Есть программа, я поставил эту программу, не я поставил, а мой друг поставил, все, он зарабатывает большие деньги. Я говорю, а сколько пользуется друг этой программы? Уже, говорит, 2 месяца пользуется. Я говорю, ну что, он уволится с работы, он миллионер. Нет, не миллионер. Ребята, это все развод. Люди сейчас ведутся на это все. Вроде бы уже поколение, понимаете, умнеет, но все-таки не умнеет. Продолжают люди на это вестись, конечно же, потому что все хотят быстрых результатов, но так не бывает. Как хорошо, что вот я это все осознал в один прекрасный день и перестал тратить на это время. Чем раньше вы это поймете, тем лучше, понимаете? Вы перестанете тратить на это время и с этого дня будете уже работать над своей мечтой. Прямо с этого дня, потому что вы поймете, что это все херня, это все не работает, это все развод. Нельзя купить какой-то курс, пойти в спортзал и накачаться там за одну неделю. Нельзя стать качком за одну неделю. Это невозможно. Пожалуйста, пожалуйста, запомните это. Это невозможно. Но возможно ходить каждый день в зал по 1 часу. Или там через день на протяжении 2 лет. И тогда вы накачаетесь. Так же и с деньгами, так же со всем, понимаете? К
каждый день работать над собой. Нету никакого секрета, нету никакой там волшебной стратегии, волшебной таблетки, этого не существует. Магия вся в постоянстве, постоянство усилий. Если у вас сейчас нет денег, это потому, что вы до этого не занимались, да, денежными делами, вы не откладывали, вы ничего не читали о деньгах, поэтому у вас нет денег. Это же очевидно. Почему вы жалуетесь? Это же понятно и так. Если у вас сейчас лишний вес, почему? Да потому что вы до этого не бегали, не занимались, смотрели сериалы и жрали. Все. Вот почему у вас лишний вес. Только из-за этого. И представьте, если вы измените вот одно сегодня, да, потому что сегодня это результат тех сегодня, которые были до него, понимаете? Вот если вы перестанете гоняться за непонятно чем, если вы поймете, осознаете, что это лишняя трата времени, и начнете работать вот с этого дня над своей мечтой, вот тогда вы добьетесь результатов. Вы должны это понять, как я понял в свое время. Не существует никакой волшебной таблетки, не существует никакой программы. Нету программы по заработку. Ребята, пожалуйста, запомните это. Никакой робот вам там не заработает деньги, никакой робот денег вам не принесет. Это все равно, что вот, когда вы покупаете машину, вам говорят, вот есть робот, вот ставите на машину, и этот робот вас довезет сам. Вы можете спать в машине. Вот есть суперробот, он стоит 20 тысяч баксов. Вы бы поверили в такую херню? Нет, так почему вы верите во всякие программы? Это просто невозможно. Если бы такое существовало, да, я бы уже миллиардером, наверное, был. Себе поставил эти программы, купил 20 ноутбуков, и они бы у меня там генерировали ежедневно деньги, я бы набрал кредитов на миллионы долларов, пополнил бы счета, деньги крутятся, бабки идут, а я только проверяю счет. Ой, денежки падают, классно как. А я путешествую, я себе на острове. О, сколько сегодня упало? О, 10 тысяч баксов. Да не существует такого, не существует. Ребята, перестаньте верить в это. Пожалуйста, перестаньте в это верить. И запомните, что ни один человек вас не сделает богатым. Да, если вам кто-то обещает, вот, я сделаю тебя богатым, я помогу тебе. Никто вам не поможет, кроме вас самих. Вам могут указать путь, и все, максимум. Вы можете извлечь пользу с какого-то видео, с какой-то книги, но никто вас за ручку не отведет и не покажет, как зарабатывать. Никто. Понимаете? Вы сами это должны сделать. Сами, сами, только сами. Друзья, этим видео я вам хочу сэкономить время. Это очень важное видео. Поделитесь этим видео с друзьями, которые до сих пор в поиске. Потому что я сам таким был, я реально сам таким был. Я искал, да, я еще надеялся. Вот есть какая-то программа, которая поможет мне заработать деньги. Только вот это мне поможет заработать деньги. Никакая программа вам не поможет, запомните. А чтобы это помогло вам заработать деньги, ваш ум, его нужно прокачивать. Если вы сюда кучу полезной инфы засунете, вот тогда эта тема будет генерировать вам деньги. Все же так просто. Прокачивайте, да, свое железо. Это как, я всегда привожу пример с компьютером, да, если у вас старенький комп, он не потянет крутую игру. Вам нужно прокачать свой комп. Вам нужно новый, мощный, чтобы он тянул с хорошими данными, чтобы он тянул какую-то игрушку. Но ваш старенький комп не потянет. А вы пытаетесь, да, со своим стареньким компьютером что-то придумать, что-то сделать. Но так не получится. Это невозможно. Вам нужно прокачать себя. И вот тогда вот эта вот тема поможет вам заработать деньги. Осознайте это как можно раньше, пожалуйста. Ну что, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Огромное вам спасибо за поддержку. Огромное вам спасибо за то, что цените такие видео. За то, что понимаете такие видео. Я вот всегда хотел собирать у себя на канале думающую аудиторию. Я вот когда смотрю ваши комменты, крутые комменты, когда люди мыслят, когда люди с критическим мышлением, когда люди берут на себя ответственность, когда люди понимают, что все зависит только от них. Вот это круто. Так что пишите побольше умных комментов в Ютубе, в Инстаграме. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Там только полезные и мотивационные посты.
ссылка в описании. Все мои каналы тоже в описании. Канал по заработку, канал по мотивации, все ссылки в описании. Канал с книгами. У меня только полезные каналы. Я вообще хочу, чтобы на этом канале была школа. Мой канал – это школа для вас, да? Вот вы знаете мою мечту, да? Я хочу создать школу, я хочу изменить образование, но я вам уже говорил, да, школу создать тяжело. Я создам, например, школу вот в Киеве, и туда будут ходить люди. Но люди еще хотят ходить там в России, в Белоруссии, в Казахстане, понимаете? То есть, а вот это онлайн-школа. То есть люди могут зайти и прокачаться. То есть ничего платить не нужно. Заходите, смотрите видео, извлекайте пользу и все, понимаете? Просто прокачивайтесь, прокачивайтесь. Мы для вас вот готовим крутейшие фильмы. Столько времени, вот забегу немного наперед. Я, вы знаете, не люблю говорить, да, когда я что-то не сделал. Но вот мы уже практически доделали, да, фильм, 20 дней над ним работали. Еще, конечно же, не доделали, да, но будет крутой продукт. Я вот хочу, чтобы все самое полезное было здесь. Потому что у меня на канале и финансовая грамотность, и счастье, да. Здоровья не так много, да, потому что есть куча каналов по здоровью, по спорту, таких каналов много, а вот каналов по деньгам и по счастью, именно по личностному росту, по саморазвитию, их не так много. Вот у меня деньги и счастье и любовь, да, здоровья у меня мало, практически нет. Но это не важно, потому что вы можете и так на YouTube найти много информации на эту тему. Короче. Друзья, подписывайтесь на мой основной канал InStarting, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всегда думайте своей головой, не ведитесь на всякого рода развод. Пожалуйста, берите всегда на себя ответственность. И тогда сбудутся все ваши мечты. Всех люблю, целую, пока.